В нашем регионе имя Алтынбека Усагитова на слуху. Вот уже несколько лет сильный североказахстанский борец достойно представляет область на престижном турнире «Казахстан Барысы». В этот раз Алтынбек Усагитов выступал на Кубке мира по казак-куресе. Состязание проходило в области Жетысу в городе Уштабе. Его посвятили столетию выдающегося писателя Кемеля Токаева. Борец из северного региона завоевал золото в финальной схватке за первое место в весовой категории 100 килограммов. Четверг его встретили на родине. Победителя Кубка мира встретили поздравлениями и словами благодарности. Благодаря усердию и трудолюбию борца копилка наград области пополнилась новой медалью. Мы от всей спортивной общественности поздравляем тебя с чемпионством Кубка мира. Ты большой молодец. В прошлом году ты стал чемпионом Азии. В этом году уже стал чемпионом Кубка мира. Это, я думаю, что это не предел. Чемпиону пришлось провести 4 встречи. Во время каждой борец старался выложиться на 100%. Монгол палуанмен шықтым. Монгол, одан кейін қол. Я дрался с борцами из Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Очень доволен финалом. Теперь я мастер спорта международного класса. Такие спортсмены становятся примером для подрастающего поколения. Во время встречи с чемпионом юные борцы ни на шаг не отходили от своего кумира. В первую очередь я занялся вольной борьбой. Это было в школе. Во время учебы в университете я начал заниматься казак-куресе. Этому виду спорта я посвятил 10 лет. Алтынбек Усагитов не хочет останавливаться на достигнутом. Он планирует немного отдохнуть, а затем начнет готовиться к новым состязаниям. Дарья Пышмынцева, Камила Карим, Александр Янсен, МТРК.